За последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 580 жителей Одесской области. С начала пандемии COVID-19 обнаружили уже у 132 082 жителей региона. В Минздраве сообщили, что от осложнений умерли 33 человека. Общее количество летальных случаев от коронавирусной инфекции в Одесской области составляет 2449. Вылечиться от коронавируса удалось 1441 жителю региона. Наиболее угрожающая статистика – госпитализации. Барьер красной зоны – менее 60 госпитализаций на 100 тысяч населения. 26 апреля было 57 госпитализаций в сутки, а уже 27 апреля в Одессе – 69. Почти такая же ситуация с загруженностью коек и с доступом к кислороду. Сегодня они заняты на 63,4%, при красной отметке – в 65%. За последние сутки прививки получили 679 жителей региона. Впрочем, врачи отмечают, что не следует забывать и о других болезнях и своевременно делать плановые вакцинации, особенно детям. Вы все, мабуть, пам'ятаєте спалахи кору, скільки дітей захворіли. І, на жаль, у нас були і летальні випадки, коли діти помирали від того, що мали ускладнення та хронічні захворювання. Тому вакцинація – це запорука здорової дитини, особливо, якщо це ті хвороби, які ми називаємо керованими і які можна запобігти захворюванню у дітей вакцинацією.